джинны, ковры, самолеты, магии, добрые, злые волшебники, шахи и принцессы. Все это мир арабских сказок «Тысяча одна ночи», воплощенный в ролевой игре «Исправление джина» американской фирмы Strategic Simulations. Вы попадаете в волшебный край песков и оазисов, населенный обычными людьми и могущественными джинами. Вы молодой принц, только что вернувшийся в родной дом после обучения в школе магии. Впереди вас ждет блестящее будущее и женитьба на прекрасной девушке. И все было бы хорошо, если бы не ваш семейный джин, который вдруг вышел из повиновения. Под угрозой оказалась не только свадьба, но и честь всей вашей семьи. Чтобы победить зло, вам предстоит отправиться в полное приключение путешествий по островам и морям. В путь вы, конечно, отправляетесь с мечом, оружием, без которого ни один уважающий себя искатель приключений не выйдет из дома. Но в пути вам придется применять не только меч, но и логику, которая поможет вам там, где бессильно оружие. Прежде чем отправляться в путь, есть смысл посетить местного мага и поднабраться знаний и умений. Они пригодятся вам по пути. Да, и не оставляйте без внимания просьбы о помощи ваших соседей. Кто знает, что пригодится вам для решения вашей задачи. Эта игра управляется с помощью манипулятора мышь. И вы перемещаете героя по экрану, собираете предметы и сражаетесь с врагами. Некоторые загадки требуют терпения. Если вы оказались в тупике, попробуйте повторить ваши действия и еще раз поговорить со всеми персонажами. И имейте в виду, что порой нет необходимости сражаться со всеми врагами, встречающимися на вашем пути. Иногда более разумным будет избежать столкновений. Помните о восточной мудрости, и когда вам придется отвечать на вопросы, будьте особенно внимательны при выборе ответов и старайтесь не обидеть собеседника. Да? Чем больше у вас будет сторонников, тем лучше. И не забывайте, что вы находитесь в волшебном мире, где использование магии и заклятий в порядке вещей. Восток – дело тонкое, понимаешь, да? Американская фирма Strategic Simulations известна как ведущий разработчик ролевых игр из серии «Пещеры и драконы», а также как создатель ряда военно-стратегических игр. Игра «Исправление джина» удачно сочетает в себе элементы приключенческой, ролевой и аркадной игры. Мы думаем, что она будет хорошим подарком всем любителям игр. Для этой игры требуется процессор 386 и выше, 4 МБ памяти, VGA, манипулятор мышь, привод CD-ROM и Sound Blaster. Дополнительную информацию по игре вы можете получить